Так, ладно, все, всем привет. Продолжаем прохождение Майнкрафт. Кстати, а где этот? Смотрите, крипер исчез. Вы видите, да? Значит, правильно, когда мы заходим на сервер, некоторые юниты, они исчезают. Вот где крипер? Он здесь был. А вот свиноматки остались. Свинозомби. Так, ладно. Надо вспомнить, что у нас было. Что у нас было? А, мы хотели построить дом из кирпичей. Давайте глянем, что у нас теперь здесь есть. Собираем кирпичи. Сейчас глянем. Так, я хотел кое-что проверить. Подождите. Сейчас попробуем сделать. Во, вот еще кварц есть и лава рок. Ну-ка, что за лава рок? Что он делает? Fire Orb. Так. Адский камень. А, фигня. Ладно, берем кирпичи и let's go. Как это там делается-то они? О, нифига, я быстро раскидал. Адские кирпичи. 5 штук? Да, это будет долго, видимо. Мне писали, да, чтобы я сделал дом не в воздухе, а на земле. В принципе, можно сделать и так. Какая разница? Можно сделать и на земле. Там будет еще... Ну-ка, подождите, я могу поставить и убрать его, правильно? Да. Я хотел проверить, эта фигня, он горит? Так же, как и все остальное? Сейчас, секунду, нам нужно кое-что проверить. Проверка. Например, возьмем вот это, возьмем. Это у нас есть. И зажигалку, огниво. Пока у нас все переплавляется, у нас есть свободное время немножко. Делаем так, вот так. Я потом обсидиан не уберу. Ну ладно. Поставим обсидиан. Нам бы подальше. Эх. Давайте сделаем немножко вот так. Чуть-чуть дальше поставим. Типа просто хочу проверить эксперимент. Экскременты. Ну-ка. Так, горит, горит, горит. По идее, они одинаково горят, правильно? Но, само собой, они не сгорают, потому что сгорает только дерево. Так, мне интересно, они по времени будут одинаково сгореть? Нужно, чтобы надо было сделать оружие. О, видите, да? Та фигня быстрее потушилась. Это хорошо. Ладно, так что будем строить из кирпича. Из кирпича, из кирпича, из кирпича. Давайте берем отсюда наш кирпич. Хорошая вещь. Адские кирпичи еще красиво выглядят. Так, все. Сейчас еще переночуем и начнем строить потихонечку уже дом. Надо подумать, как его строить. Как его строить? На земле. Можно сделать просто, то есть построить его вверху, да? И потом спустить уже отдельно его вниз. И получится, что мы будем на втором этаже, а потом будем заходить через первый этаж. То есть мы начнем строить дом, типа трехэтажный, да, будем дом делать. Начнем строить именно со второго этажа. В любом случае нам нужно будет закрыть это место. Блин, у нас мало кирпича, так-то, а? Очень мало, ой, как мало, да, о! Нифига, он быстро, офигеть. Так, 18, да? Мне надо вот этой шляпой. Ну что ж, давайте пока построим как и есть, а уже потом, когда начнем строить первый этаж, я сделаю по-другому. Ага. И опять, конечно, потом пойдем повоюем обязательно. Но пока нам нужно сделать следующее. Опа. 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 Америка, Европа. Вот так вот, да? И вот таким образом мы начинаем строить наш дом. Вот так вот. Ну, сами видели, да, что из дерева, в принципе, это не вариант. Потому что дом сжигают только так. А, нам еще нужно кое-что собрать посох. Да, собрать посох. У нас, в принципе, для этого многое готово уже. Нужно опять сходить в ад. Высоко, да? Сходить в ад. Блин.
Еще моя дверь. Здесь можно стекло сделать. Ну-ка, подождите. Например, какое-нибудь стекло, да? Ну, тоже желтое поставить, и нормально будет. О. Нормально. Так, let's go. Тогда сейчас быстренько сделаем еще одну дверь. Берем дерево. Оп, 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 оп. Так, вот так. И одну дверь. А, еще нужно эту тупую, да, кнопку сделать. Но это все стоит у нас очень дешево. Дешево и сердито. Отлично, да? Просто отлично. Ну и сюда надо будет сразу поставить вот так, вот так, вот так. Ага. Ну, смотрится гораздо красивее. Ну что ж, возьмем тогда уже опять в тот мир. Да, у нас есть меч. Нужно зарядить нашу шляпу. Нормально, хватит нам пока этого. Так, и let's go. Нужно еще убить нам, как называется, инфрит? По-моему, инфрит называется. А, пару инфритов, да, и сделать какое-нибудь оружие, и зачаровать его потом на атаку. Так, тихо-тихо. Еда у меня есть, да. Да зачем она тебе творит меня, тупая? Сдохни, сдохни. Так, тихо. Хватит, стоп, остановись. Хватит подыхать. Смотрим, откуда я уже подобрал кость. Это огонь. Только вошел, уже у меня есть огонь. Эй, ты мразь. Эй, тварь тупая, сдохни! А где мой подарочек? Во, собираем опыт, обязательно забираем. И обратно убегаем. Ой-ой-ой, не надо, пожалуйста. О, так. Что, подобрал? Нет? Нет, нам нужен еще один огонек. По-моему, еще один. Кстати, вон висп летает. Ах ты, тварь, а! Офигеть, он много раз бьет. Посмотрите на это. Здесь надо где-нибудь реально воду сделать. Потому что если мы будем... Если мы будем... Здесь разольем воду, то мы сможем сразу тушиться от огня. Ну, посмотрите на это. Мне надо уже уходить, реально. Да, давайте отойдем тогда. Надо сваливать. Попробуем еще раз это сделать в воду, на всякий случай. О, какая красота, вы посмотрите. Какая красотища. Так, все, мы подобрали то, что нам нужно. А, здесь были ступеньки, да. Подобрали. Кстати, из этого кирпича адского можно и ступеньки тоже делать. Видите, как удобно. Здесь у нас готовится. Давай, братюня. Мы давно уже не были в пещере. Надо будет потом сбегать в пещеру. Так. Ну что ж, сделаем мой первый посох. Я не знаю, что у нас получится из этого, но давайте попробуем. Смотрим. Ага. Так. 3, 4, 5, 6, 7. Вот так. И что он будет делать? Он, наверное, будет огнем стрелять, я надеюсь. Давайте глянем. Эмберскири. А, смотрите. Что это за бред? Ну-ка, подождите. Я немножко не пойму, как он работает. Ну-ка, стоп, 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 стоп. Приподнимем. Так, а где у него заряды или что? А, наверное, нужно сжать, да и держать некоторое время. А где вторая свинья? Нету ее. Нажимаем, держим, и он начинает стрелять. О, прикольно так, да. Ну все, теперь у нас есть посох, то есть мы уже маг. Тра-ла-ла-бла. Так, все, давайте возьмем тогда еще немножко воды. И нужно нам сюда быстро кирпича. О, у нас уже выросла шляпа. Хотели расширить грядки, да, и прошло 40 лет. Так и не расширили. Давайте посадим. Просто у нас пока проблем с едой нету. Блин, здесь мы не посадим, нужно...
А, кстати, там тоже надо, да, подобрать нам резину. Гоу-гоу-гоу по фасту резину сейчас возьмем. Возьмем это. И сделаем кран. Опа. Так. Первый посох. Еще надо сделать посох. Надо будет пойти и найти этого. Который черный мудак длинный. Эмбер. Не помню, как меня зовут. Мы сейчас сделаем вот так. Это пока уберем сюда. И поставим сюда кран. Сейчас мы сделаем такие мелочи по дому быстренько, да? Необходимые. У нас есть новый посох. Там-дам. Так, отлично. Деревьев мало, но все равно, пока они не сильно нам нужны. Резина идет, латекс идет. Нам его хватает сполна пока что. Смотрим наверху, все аккуратно. Угу, так. Отлично, оп. 10 штук уже подобрали. Опа, 13, видите? То есть из одной может выпадать как и одна, так и сразу 3. Из одной плюшки. Это хорошо. 13 латекса, да, у нас? И нужно нам еще собрать кирпича. Пойдемте соберем. Так, воду я взял, да? О, и у нас посох появился. Отлично, отлично. Попробуем что-нибудь с ним сделать сейчас. Интересно, у них есть иммунитет к огню? Сейчас сразу меня будут стрелять, убивать. Вот. Ну-ка, давайте попробуем. О, сколько их много-то. А, получается, падает как ядро. То есть она летит не прямо, а как ядро, да? Ну-ка, дайте мне попробовать на кого-нибудь. Пу! Стоп, стоп! Нифига он выстрелил миллион раз. Но она не сильно, конечно, бьет. Она, по-моему, вообще по одному хп отнимает. Смотрите, у нее так один. Да. Один атака. Она просто много расстреляет. Но ее, в принципе, можно это апгрейдить. Я думаю, точно можно. В любом случае. Ах ты чмо, началось. Так, в любом случае нам нужен опыт. Сейчас надо взять опыта. Так, там у нас лава была, да? У нас была лава. Ну-ка, я сегодня провалюсь, нормально будет. А еще раз можно делать дырочку? Тихо, блин. Там что-то уже проваливается. Что это такое? Осторожно. Это дерьмо надо убивать в первую очередь. Так, подождите. А то в прошлый раз, помните, меня засосало и все, и была жопа. Полная жопа. Ну и вот так, в принципе, можно по прямой идти и добывать. С такой скоростью феноменальной. Гоу-гоу-гоу. Офигеть. Вау. Не, в принципе, у нас не будет проблем, да. С этим говном. С кирпичами этими. Потому что ресурсов очень много. Можно весь ад перекопать. Самое главное, опять, не навернуться. О, видите, как опасно здесь. Опасно, опасно. Так, ну-ка, если мы попробуем здесь. Ага. Аккуратно так собираем. И потом надо будет ее долго пережаривать. Кстати, у нас скоро кончится дерево. Ой, не дерево, уголь. Ну, можно, в принципе, уголь получать из дерева. То есть будет древесный уголь. Потому что у нас дерева много. Мы, кстати, давно уже дерево не добывали. Так, а сколько я собрал уже? Стак есть. Давайте сейчас соберем пару стаков. Опа. Опа. И самое страшное, это упасть. Давайте сейчас соберем. Ой, нет, не хочу собирать. Я просто передумал. Я почему-то резко передумал. Так, ну-ка. Дырку надо закрыть. Все-таки давайте соберем стаки. Гоу, 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 гоу. Собираем. Самое главное, не навернуться. Вот реально, я прям опасаюсь этого. Там где-то лава была. Вот я, видите, я мог упасть, если бы я не увидел. Так, тихо. Опа. 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 Ну вот, все.
Два стака есть, так сейчас быстренько третий соберем. Как раз пока мы, видите, новые проходы делаем, это тоже очень важно. Тварь, ненавижу тебя, чмо, сдохни. Я уже научился с вами драться, а? Вы, лахи. Седьмой левел, надо еще немножечко, будет восьмой. Так, вот у них плюшки выпадают. Ой, 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 посиди. Я какой-то страшный звук слышу. Подожди. Куда он кидает свое говно, дура? Это, по-моему, этот, который летает, да, упырь? Да куда вы лезете, мрази? Посмотрите на них. Во-во. Во, красава, Вася. Да, я помню. Ой, ой, больно. Ой, больно, ой, больно. Нельзя воду использовать. Ну да. Вариант только это. Я думаю, если мы... Короче, сейчас, подожди секунду. Если мы из камня сделаем такую фигню, типа бассейна, там можно будет использовать. Так, осторожно. Что-то у меня предчувствие такое. Теперь надо отсюда вылезти как-нибудь. Да, пора уже идти домой. Кстати, они еще по-любому за нами еще пойдут. Тоже надо это учесть. И уходим. Висп! Висп! Нет! Так, что это было? Мы уже ночью. О, точно, нам нужно Эндера найти. Эндер, по-моему, его зовут, да? Эндера. Эндер. А пойдемте пока походим. Я думаю, что мы можем дать отпор, да? Тем более у нас есть стрелялка тупая. А, видите, они еще загорают, это хорошо. Стоп, стоп, блин, я не... Стреляют быстро. Заметьте, когда мы бьем левой кнопочкой, это прочность не уменьшается, это хорошо. То есть можно спокойно левой кнопкой бить. Когда правой, он стреляет огнем, и прочность уменьшается. Не, прикольно. Ну, видите, баланс есть, конечно же, она мало отнимает хп. Они даже не умирают. Ну, стоп! Вот он разгоняется иногда, это вообще жесть. Мне кажется, легче было убить руками, нет? Так, все, сфидила, мразь. Сдохни, тварь. Так. Ну вот, вот, пошло дело. А что нам бояться-то? Что нам бояться? Гори, говно. Гори ясно. Самое главное, не провалиться. Так. Не, реально, если усилить, то мне кажется, будет эффекта больше, если можно еще усилить. Окей. У нас есть кости. Кости нам нужны, стрелы нам тоже нужны. Во, во, я хочу того мужика убить. Не этого, а другого. Стой, стой, стой! Это ужас. Он, говорю, иногда разгоняется, это вообще забей. Во. Я хочу тебя убить, чмо. А, видите, он ударялся об этот. А кактус? Ага, меня округляют. Округляет, окружают. Округляет. Округление. Чмо, пошел отсюда. Ну, плюс то, что мы можем хотя бы их поджигать, да? Это вот плюс. То есть им какой-то урон идет. Хотя они там по одному хп теряют. Нормально, нормально. Нам вообще бояться нечего, конечно. Мы столько уже пережили. Ой, забейте. Чмо тупое. Ведьма, видите, у нее какие-то там скиллы. Ну и чё ты стоишь, смотришь на меня? Отравила, мразь, да? Ну-ка. Что-то подобрали. А что это такое за шарики лежат? А, больно. А, подождите, стоп, стоп, стоп. Где шарики были? Это опыт был или чё? Ну чё, теперь сдохну, что ли? А вот теперь... Теперь уже опасно, да. Теперь уже опасно.
Теперь уже опасность есть. У нас хп нету, и нам регениться нечем. Так, пока сделаем тогда вот таким вот образом. Ага. Так, и сделаем тогда вот так. Выживание называется. Вас никто этому не научит. Надо выложить что-нибудь лишнее, например, этот глаз. И это говно выложить и сделать станок. Станок вместо этого говна. Потом сейчас сюда поставим станок. Теперь мы делаем хлеб. Я надеюсь, что мне этого хватит. Опять полные слоты сраные, некуда класть вообще. Некуда класть. Ага. И кушаем. Самое главное, нам нужно сейчас отрегениться по поля. Хотя бы немножко отрегениться. Лес, труба, вагон. Так, что мы нашли? Мы нашли кварц, да? Для чего нам нужен будет кварц? О, компаратор. Датчик дневного света. Это я не знаю, что это такое, кстати. Датчик дневного света. А чем прикол? Непонятно. Так. Угу. Потом из него можно делать кварцевый блок. И вот компаратор. Что такое компаратор? Это уже я не знаю. Камень. Красный факел, компаратор. Компаратор. О, его два варианта, да, можно сделать. А, да. Долго регенится, долго. Ну там просто, видите, там есть лучник, если мы побежим сейчас туда, будет жопа. Жопе будет. Потом у нас есть аж. Ну, аж это говно бесполезно, только я помню. А, хотя, видите, он нужен для яиц. Ну, потом что-нибудь сделаем с этими яйцами когда-нибудь. Тоже у нас есть 10-й левий, это хорошо, я бы зачаровал бы оружие. Гибель насекомых, что за бред? Гибель насекомых. Эмбер скиптер. Или лучше вообще сделать алмазный меч и зачаровать его на атаку. И так всю игру ходить и убивать. А что он так медленно бьет? А что так медленно? А, он разрядился полностью, да? Ладно, let's go, домой, go, пробегаем, зомби, нет, вы мне не нужны. Мне бы нужен был только один мутант. Почему-то его не видно сейчас. Ага. Так, крипты, надо его увести от базы. Вообще желательно, чтобы он не умирал. Ах. Теперь будут из этого говна дыры тупые. Вот этот блок взял, дура. Сиди там. Ауч. Так. А где этот-то? Эндер. Эх, ладно. Что-нибудь еще придумаем. Мой сгил домик. Опа. Опа. И опять у нас самое главное, это что? Это еда. Еды у нас вообще нету. Вот у нас есть что. Нужно выложить все лишнее. Говно. А, да, надо поставить адский кирпич. Переплавляться. Надо очень много кирпича. Очень много. Чтобы построить целое царство небесное. Это что такое? Не знаю, что это такое. Это ни с чем не связано. Ладно, выкидываем. Выкидываем. И остальное выкидываем. Так, у нас нету алмазов, мало, один алмаз всего лишь. Да нужно идти искать алмазы, чтобы сделать меч и его тоже зачаровать. Так, давайте тогда быстренько сейчас я истрачу то, что у нас есть адский кирпич. Этот выпуск у нас будет посвящен именно восстановлению дома. Ну и будем создавать новый дом. Фига, я так быстро научился раскидывать, смотрите. Вы видите это, да? Это же Magic. Так, вот у нас есть, отлично. Еды у нас мало. Угу.
То есть сейчас мы построим конструкцию, как она была раньше, но потом мы сделаем еще лучше. Здесь мы все должны заставить. Вот так вот и вот так вот. Ага, здесь нам нужен топор. Не, да реально надо очень много кирпича, конечно, очень много. Но это того стоит, а то будет красиво. Опа. Так, потом мы там уберем. Раз, два, три. Вот так вот. И здесь также. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. И оп. Сейчас тогда быстренько мы истратим весь кирпич. Адский. Оп. 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 Во. Ну вообще другое дело, да, гораздо красивее. Прям такая элитная постройка. Оп. Оп. И сбоку так чик. И вот так вот. Отлично. Угу. Можно пока даже ступеньки было бы сделать. Сколько там? А, не, ступеньки, они такие дорогие ступеньки. Офигеть. И пока мы ступеньки не будем делать, мы пока начнем делать вот так вот. Оп, оп, оп. Ну все, смотрите, что у нас получается. Очень красивый дом. Чтобы нам больше его не взрывали. То есть я сделаю второй этаж, потом сделаю первый этаж, да, закрою весь первый этаж, и потом сделаю третий. То есть у нас будет трехэтажный дом. Опять у нас появилась резина. Давайте добудем резину. Можно уже строить всякие аппараты типа солнечной батареи. Нет, лучшие, которые эти вентиляторы. Они нам пригодятся, да, хотя бы будет какая-то энергия идти. И нужно, короче, зарядить бур еще будет. СГО, так, опа. И опа. Да, алмазы нужны, я хочу сделать оружие себе из алмазов. Меч сделать и зачаровать его на атаку, чтобы там хороший такой урон был, чтобы любого убивать с двух ударов. Потом нужно еще пещеру найти большую, да, то есть высоту большую, где-то много мутантов разных. А, еще нужно этого найти. Собрать посох. Ну-ка, а чем можно еще стержня сделать? Нифига здесь посохов! Нифига себе здесь посохов! Да вы сейчас шутите, что ли? Варочная стойка, зачем нужна? А, она нужна, наверное, чтобы зелье варить. Ну-ка, подождите. Огненный порошок. Вот что нам нужно. Жемчуг Эндера. Ну ты Эндер чмошный. Суммонинг. Он кого-то вызывает. Суммонинг Минион. Кого-то Миниона. Непонятно, что это такое. В любом случае, так, так, подождите. Еще раз покажите мне эту фигню. Ну-ка, еще раз. Так из этого стержня, получается, все эти делаются. Все посохи. Ну, смотрите, да? Doomfire, офигеть. Frostbow, замораживание. Frostbow Char. Потом Frost Webs. Скептер. Hellfire. Прикольно, офигеть. Во! Вином, я бы это смог сделать. Надо дерьмо-то найти где-нибудь. А где найти это говно? Пояс Англэн. Маринованный паучий глаз. Хм. Грин. Зеленая лампа. Зеленый краситель. Грин. Слушай, здесь еще очень много чего нам делать. Реально, просто очень много. Дел у нас полно. Ну, на этом выпуск мы заканчиваем. Пук, пук. Пук. А что не горит? А, горят только, наверное, существа. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.